Рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. Меня зовут Костя, и у нас очередной выезд в лес. Сегодня у нас однодневный выезд по хребтам с разведкой новую дорогу. Раньше был сложный маршрут, сейчас сказали, он более легкий. Там вроде как бульдозер прошел, сравнял один подъем. Надо проехать посмотреть. И будет видно. Ну, в общем, давно у нас не было этого маршрута, года два. Как раз в мае будет 2 года, поэтому надо ехать. Дороги, как все знаем, изменились после зимы, поэтому пробиваем. Каждую неделю катаемся, в общем, и вам радость, и нам хорошо. К сожалению, не успел сегодня свою машину подготовить. Вчера весь день крутил, но не докрутил. Итак, у нас сегодня едет L200, 3 старые Нартеки, которые 500-е, 2 блокировки, дизелек на автомате. Джимник 0.7 турбо, все блокировки, 31 CST. Мосты со смещенным яблоком у него. УАЗик, сзади заварка, спереди свободный. Получается 40-е, наверное, колеса. Да нету там 42-х. Чем? Писюнами? А, рулеткой? Ну, рулеткой, да, рулеткой это всегда четко. Мы с владельцем ездили, у него тогда был серый УАЗик. Сейчас он поменял. Он такой, не знаю, где они их находят. Он в 58-м регионе где-то. Здесь, конечно, поизвращались люто. Здесь, получается, центра колхозы. И сзади, и спереди. И бортовые от военных мостов. Ну, по идее, должно быть, что? Что, куда ты мне показываешь? Ну, это понятно, что там этот рулевое, конечно. Есть запасные рулевые тяги, на всякий случай? Одна есть, но уже неплохо. Демпфер стоит. Вот. Ну, и говорю, тут свободная, сзади заварка. Лебедка есть. Так, ну, на тракторах. Ну, и Сашка. Сашка, что? Сашка у нас на Эслаповском мосту, фолинг сам делал, небольшой лифт, пневмоблокировки получается зад-перед хардблок, и что еще, ну на билкардах естественно, 31-й CST тоже, о, еще так грязь с той недели не отмыл, мыл, не отмыл, вот такая нивка, в общем, ребята, 4 машины, ну, должно быть 5 со мной, но я, как всегда, штурманом. Если что, на следующей неделе сюда приеду. В общем, приятного просмотра. Прожимайте лайки, пишите комментарии. Хотя вы и так с этим все отлично справляетесь. Ну, на всякий случай напомню. Напомню, знаете, что кто не подписался и смотрит нас по привычке, пожалуйста, подпишитесь. И поставьте уведомления. Это очень сильно помогает для продвижения канала, потому что YouTube на это все обращает внимание. Ну, а чем больше зрителей, как говорится, тем больше мотивации делать новые видосы, более качественный контент. Вот. И про блокировки Hardlock. Кому нужны, пишите в телеграм-канал, в личку. Можем вам привезти на Ниву, ну, точнее, отправить. На Ниву 24, 27, 30 шлицов, на УАЗик на любые мосты и на иномарке, там по наличию нужно смотреть. В общем, погнали в лес. Так, джимник у нас по объездкам пошел, а это так известный газопровод. Естественно, УАЗ и L200 не поедут в лес, хотя в лесу там тоже прилипнуть можно. Там колею накатали в те года неплохую. Да, я думал будет по суше, вейдерсы не взял. А надо было, если честно. Что-то я поленился. Погода у нас испортилась. Моросит легкий дождик. Ну, когда нас это останавливало? Там хороший грунт внизу, то есть колея может и есть, но он едет вообще без проблем. Я думаю, Сашка тут проедет. Вообще легко.
больше боялись. Даже яблокам не достает, и там сантиметров 5-7 еще точно. Саня, я б тебе тоже тут предлагал ехать. А вот L200 полностью мостом. Мост яблоко большое полностью, смотрите. Вот это вот все след, вот это вот все. Все от яблока. Молодец, вовремя нажал на газ. Протягивайте чуть вперед. Молодец. Ну, Сашка, мне кажется, тут тоже проедет. Потому что блокировки и злая резина. Блин, а у нас прям конкретно срывается дождик. Ваши ставки, господа. Агрессивно заехал. Тяжело, тяжело. Я бы на своих 510-х не прошел, наверное. Ну и как всегда, мне досталось сразу же. Хотя стоял далеко. Нафига так прыгать? Всегда я скептически к L200 относился из-за длинного свеса вот этого кунга. То есть очень он назад выпирает. Блин, и солнышко пробивается, и дождь идет. Ты по лесу? Да, дальше, да. Ну, езжай, Саша стоит. Последнее видео. Частый гость на нашем канале Suzuki Jimny. Разные комплектации, разные машины. То есть были 1.8 и новое поколение, и даже вот 0.7 турбо. Но, тем не менее, машина читерская идет меж колеи по верхам. Да, в лесу вот здесь вот тоже много объездов, много путей, но они все тоже колейные, выкопанные. То есть, мне кажется, здесь даже намного злее, чем по основной дороге ехать. Поэтому лучше сюда тоже не соваться. Чертит мостом. Ну, хочу заметить, что это 31-е колеса. Сейчас уже никого не удивить. Нивы на 33-х, а Дови на 35-х. А чё троим? А чё троишь? Чё, Димон, колышет? Говорит, очень сильно, но одним словом. А как он на крученую подниматься будет? Ну, просвет у машины небольшой, если честно. Но тяги хватает. Ну, у этого хотя бы мотор слышно. Он тягой выезжает, да, немножко зацепился мостом, но газанул и поехал. А вот ты не знаю, не знаю.
Сашка может и прилипнуть. Еще и в волну заехал. Вот смотрите, он выгнал в воду, да? Сейчас она вернется и придет сюда. А вот она пошла. И кто заезжает следующий, нужно момент подгадать, когда вот эта волна сейчас пройдет сюда, начнет отходить, и вот в этот момент вот она идет. И вот сейчас джимник заезжает в правильный, в принципе, момент, но не совсем. То есть в машине так гораздо тяжелее, когда вы в воду упираетесь, как в стену. Ну, это так, кто не знает этого. У нас же не только все профи, зрители на канале. Есть и, так сказать, и новички, и кто без опыта ездит в лес и редко выезжает. Поэтому иногда что-то рассказываю, умничаю. Ну, вроде всем нравится. Все, ему никак наклейку не нарисую, он даже без машины, видите, ЧПшник. А что с твоим Мауриком, где ты? Вот ты. Саня мотор мне делает. Надеюсь, в этом году сделает. А, ну да, Саша, да. Есть. Он же моторист известный. Ну, конечно. Сань, ты в этом году мне мотор сделаешь? На него, пожалуйста, фокус, на его лицо, умное. Возможно. Не-не-не, ну мы с тобой договорились в этом году, Сань. Говорили, что к лету, но к лету какого года не обсуждали. Обсуждаем. Вот теперь твое лицо грустное. Ставьте картинку потом туда. А иногда по левее, да? Да. Я прямо поехал, что-то глубоко. Ну, я тоже прямо поехал. Джимник у нас без... Вот заборник где? Да давай нормально. Давай, вообще отлично. Даже куманки еще над водой. И медленнее едь. Да, по центру глубоковато просто было. Джимник без шноркеля. Ну ничего, все четко. Главное волну не поднимать. И все. Вот так. Красавчик. Да не борщи, не борщи. Я думаю, никто не удивлен, да. Ну все, начинается. Мама, насчет этого не ушла. Привычная поза у УАЗика вот. Делай упражнение два раза, спина болеть не будет. Так ты сейчас, если заклинит, блядь. Вот так и поедешь. Да. Сашка в речке диск погнул, колесо травит. Приняли решение через сказочный или волшебный лес не ехать, потому что УАЗик мы там оставим, все его бочины об деревья, поедем скакать по речке, по камням. Лес просыпается. Красивые горные реки. А зимой мы почему не ездили? Потому что зимой здесь воды выше меня. Этот заезд выше меня там порядка еще на полметра. И вот это вот все идет сплошная вода. То есть здесь не проехать даже на вот таких... больших машинах, потому что просто огромное течение и сносит это все. Поэтому зимой в нашем регионе хоть и тепло, но из-за речек, а у нас практически все маршруты с речками, поэтому ну горная местность, то есть один ручей, там другой, и даже маленькие ручейки зимой очень становятся полноводные, поэтому мы зимой не ездим. А вот сейчас самое оно. Ледников у нас нет, поэтому они не тают. Ну, снег... Ну, до середины мая, марта, в принципе, все уже подтаивает. Мы доехали до первой точки, на которую планировали. Это многоизвестная локация. Это водопад Жадановский, он же Крыло Ангела. Здесь купель, как видите, лазурного цвета. Здесь очень глубоко и прям кайфово купаться. Ну и водопад, он каскадный, там идет несколькими ступеньками. А здесь раньше старик жил. Вот, сейчас приехали новые парни, все реставрируют. Старика увезли в город. Здесь парни переделывают баньку, делают новые коммуникации. Домик, по-моему, тоже обустраивает. Беседки новые будут, в общем,
Все, стоит сюда приехать, здесь и переночевать можно. Да короче, здесь прям приличненько. Ну как в спартанских условиях. Для леса прям отлично. Рекомендую. Все, УАЗик заткнулся наконец-то. В общем, хорошее место. Сейчас перекусим и поедем дальше. Постоянно вверх, вверх, вверх. Штурман, ты доволен? Степан? Да, ну не очень. Не очень, почему? Вверх, вверх. О, вверх, вверх, вверх. Да, мы постоянно вверх, уже почти на хребте. Но подъем такой, разбитый. На Т-шке сюда не заехать. Выехали на хребет. Вид хороший, даже вид на море. Это город Дивноморск. Вот, ветер лютый, холодно. Поехали на грозовые, доедем и будем возвращаться другой дорогой, чтобы шубу выезжать. 200, чисто блогерская тачка, оп, задняя форточка открылась, подъем сделал. Я же говорю, идеальная операторская тачка. Ребята очень сильно просили передать привет. Реза, Владик и, в принципе, все ребята, кто находится в Запорожье, и не только. Вам большой пламенный привет от Уфроуд Краснодар, СКРД Уфроуд. Мы с вами, ребята. Ну, не будем вдаваться в детали, просто вам большой пламенный привет. И удачи. И удачи, да. Следим за вами. Успехов. Красота. Да, и погода благоволит сегодня. Ну, вон там такое себе. Там прям... Димон, давай, расскажи, что здесь, что за грозовые ворота, что здесь? Я знаю, давно мне рассказывали, то, что вот здесь снимался фильм «Грозовые ворота». Сериал, там несколько серий, по-моему. Не, по-моему, 4 часа там, как несколько серий. Да, ну, знаешь, я бы, как и сейчас, многие, блин, эти 23, к примеру. Я его как фильм смотрел, а оказывал, как сериал идет. Ну, допустим, да. Снимался фильм «Грозовые ворота», как раз за детей в полиции не оставили. Сейчас уже подразумевается. Ну, понятное дело, да. Раненых бойцов в фильме заносили, то есть туда и сохранили. Там якобы деревня была же построена. Это все построил Мосфильм. Это все Мосфильм, да, говорили, что-то на вертолетах даже привозили. Про Чеченскую войну был фильм. На фильме в кадрах, вот ниже укрепления, вот из камней, там стоял такой пулеметчик. А пулеметчик с напарником, который в шапке бегал все время. Ага. Они вот там вот на возвышенности сидели. Но вот это новая постройка, желтая вся. Ну все новое, это все, по-моему, этот ракушечник. Да, или да, да. Ракушечник. Ну это уже с Крыма у нас такой камень привозят. И... Да, это уже. Что в фильме было, вот, вот это все. Ну, здесь, ты же, наверное, показывал, там дальше раньше, ну, торговали вареньем. Да, и... да, ну я же говорю, в сезон тут сюда привозят, ну, туристов, да. Вот очень жалко, если. Блин, забыл, как дядьку зовут. Вот. Была тут деревня дураков. Очень классная деревня, она вот находилась как раз вот здесь. Но там вон палки стоят, да, шалаши там. Деревня дураков была, там очень красивые резные фигуры были. Дядька, забыл как зовут, помню, помощник у него Серега был, это я точно помню, там кафешка, он нам всегда шашлык жарил. Ну тоже раз, туристическая, то есть для туристов. Ну, туристическая, да, но она как бы только открылась, и волей судьбы, вот я смотрю, уже закрылась. Недолго проработал. Недолго песня у них играла. Очень классно всегда, мы тут в каком, в 15-м и 16-м году очень сильно встряли зимой, когда было минус 20, наверное, 25, снега было, вот так вот. И у нас девчонки все, ну мы, кто-то с женами был, с детьми, мы вот там встряли пешком, до туда дошли, и они их согревали, чаем напоили, вот поэтому я их хорошо запомнил, очень добрые
Просто, чтобы вы понимали, у нас снег не пухляк, у нас снег, он мокрый, он тяжелый. А тут еще северная сторона, тут как раз набивает его. Да, снег мокрый и соленый, он с моря, вот море, и ветер всегда отсюда дует, и у нас немножко другой климат. Многие смотрят все равно, там средние полосы, у нас такой зимы нет. Вот, вот, да. Ну, здесь туристов возят оттуда, и там деревня. Ну, там на гражданских машинах прям подниматься можно. Обычно УАЗик сюда заезжает. Ладненько, ребят, будем собираться ехать, наверное, по другому маршруту. То сегодня такой неплохой денек, погода, правда, нам повезло. Так что, да. Я с Димоном столько лет знакомы, первый раз мы в лесу. И причем на чужих машинах. А Димон еще и на УАЗе. Вообще зашквар. И первый раз. Да, в общем, да. Но, будем ехать, другой маршрут пробивать, посмотрим. Да. Дороги очень сильно изменились, очень сильно. В общем, спускаемся. Тут сказали, машина стандартная проезжала. Палай туда 2 недели назад. Но что-то нам сложно верится, потому что мы постоянно в боковом крене едем на экстрим резине. Не, просто ладно, мы едем. А Рома сзади, да. Опа. А, он проехал то место, кстати. Вот и все, теперь руль вправо и поехал. Давай, ты камень вообще не цепляешь. Зачем? Что ты делаешь? Ты, если штурмана просишь, то слушай штурмана, руль вправо и поехал. Да, нету, мне тяжело крутить руль. Кого нету? Кого нет у тебя? Есть просто. И все. Какой? Вот это? Санечка, да ты держись дальше, блядь, еще круче. Ха-ха, лайт дорога, говорит. Нет, поэтому мне тяжело. Ты опять не прошел. Поставь! Отпусти тормоз. Еще прямо, прям. Выкручивай, выкручивай, выкручивай. Нормально, по лайту поехали. Димон, да вы тут вывернитесь тоже. А, я понял. Ждем, подождите, подожди, Джимник, УАЗик стянуло. Пусть руль не крутит. Сань, мы сейчас на джимнике первые спустимся, тут резкий спуск. Смотри сразу сюда, на меня езжай. Смотри. Пускай один, смотри. Тёма, пускай один штурманит. Руль. Смотри сюда. На Диму, на ёпту. Меня, смотри, руль сюда. Вот, сюда. Я, если что, трек записываю, он будет опять корявый, потому что я бегаю с телефоном. Но суть ясна. У УАЗика у нас сегодня были технические проблемы. Он троил, оказывается, бронепровод один сдох. Поменяли провод, и все, машина заработала вообще, песня. А так его уже чуть на этом, на водопадах не оставили. Ребят, в очередной раз напоминаю, что видео не передает реального угла.
потому что я стою кое-как. Ну, джимник легкий, идет по верхам. Денчик, когда дашь добро, скажи, чтобы мы спускали. Можете спускаться. По одному потихоньку. Такой хороший спуск. Ой-ой-ой-ой. О! В последний момент, да? Джимник там в поворот с одного раза не заехал. А L200 тоже можешь спускаться. Заскочил. Там, видимо, корешки какие-то, что в самый последний момент машина по ним заезжает в колею. Тормози, 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 тормози. Это он на пониженной, на L-ке едет. Очень быстро, очень. А, все, притормозил. Люто. Прям крутовасник. Смотри на L-ке, вот здесь вот аккуратно, прям попытайся притормозить. Здесь очень скользко. Люблю новые маршруты. О, смотрите, дятел стукал. Тук-тук, тук-тук. Прям видно. Искал букашек. Ой-ой, у нас УАЗик боком стоит. Колеса сюда! Колеса сюда! Сюда! Вот! Все, да не беги впереди, он сейчас его сорвет, Димон, что ты делать будешь? Левее, наоборот! Вот ровно идет, левее, 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 вот так, да! Димон, кто не узнал, в шлеме его, это штурман Симбы, которые в этом году заняли первое место в туризме. Ух, бочком как идет-то хорошо. Смотри, что это такое? Вот это. Это гриб, по-моему, такой, или что? Наверное, гриб. Да, это гриб. Прикольный. Красненький внутри сегодня. Ага. Так их много, я первый раз такие вижу. Прикольно, прикольно. Так, продолжаем наш спуск. Очень скользко, даже ногами скользко. И я встаю на интересную точку. Здесь вниз с боковым креном. Я думаю, будет интересненько. Ой, ребята, а тут весело. Да тут очень весело, его тянет прям.
Ну а здесь еще интереснее. Давайте тоже по одному потихонечку. Ну это, конечно, маршрут Джимника. Это он предложил. И здесь он, конечно, имеет огромное преимущество. То есть он оп, выскочил и все. И даже его стягивает. Ух, колесико оторвалось. Да. Так, что там? Джимни, ты, если что-то там интересное, скажи, я туда лучше прибегу. Да ты иди, наверное, да, лучше сюда, здесь прям волокет, прям хорошо. Я понял. Тормози, тормози, тормози. Чтобы мы понимали, мы стоя падаем. Тормози, тормози, тормози. Потихоньку совсем. Можете спускаться. Подождите, L200, он просто на этих, на его тащит. Вы включайте там самый пониженный, все остальное, тяжелая машина L200, она будет катиться. Да, она просто ее тащит. Ну все, он прошел вот этот момент. Плохо, у него еще рации нету. Но Сашка красавчик, все нормально прошел. Вот здесь было тяжковато. Короче, Нива, УАЗик, по одному спускайтесь и держитесь просто колеи. Вон пацаны стоят, то есть это туда уехали. Потом развернулись обратно. Вот здесь самое злое место, и вот там еще дальше. Ну я пока здесь постою, видите, здесь просто на... Даже на понижении без тормозов идут и машину тащат. Но подниматься здесь, это прям... Интересненько, я бы хотел сюда приехать именно на подъем. Так, Рома на УАЗике едет первый. Давненько я на таких горках не был. Круто. С радостью бы сам приехал сюда. Посередине норм. Просто едь по колее. И колеса всегда держи ровно. Блин, на склоне стоять неудобно, ноги затекают. Сашка, ты где? Не, сначала УАЗик спускается. Саша бы постоял пока. Че, там есть? Ну вот тут самый момент, и потом на повороте налево. Пускай. Потерял рацию. Руль левее. Ну, пассажирам от L200 было очень страшноватенько. Видите, колесо просто тащит. Сань, спускайся потихоньку. Костя, надо тебе сюда бежать, здесь очень интересно. Ну подождите, все равно пока все доедут, я приду. Все равно всех дождаться будете.
Знаете, почему я так снимаю? Потому что это горизонт. А Димон вон там. Да, поснимай, как Димон идет. Да, Димон не так бегает. Мы сейчас Димона будем ловить. По неделю. Ты там придир... Да куда ты встаешь? А если... А если его сорвет? Все, его срывает. Отпускай! Все четко. Блядь, шикар. Ну, моментом очканули все, ну, да? Все, да. Его тащило прям знатно. Момент это был, когда тишина. Да. Не, он молодец, понял? Да. Нажал, отпустил, нажал, отпустил. Давай, Санечек, только очень аккуратно. Ехали, так же сыро было? Нет, сухо. А, сухо было. Я же говорил, что здесь вообще луж не было, было все сухо. Ты представь, тебя потянуло на повороте. И мы подымались вот так вот по кругу. Единственная у нас проблема, это была на первом вот этом серпантине, который мы специально нагрелось. Ну, понятно. Сань, прием. Да, сейчас, погоди, смотрим, думаем. Но это не первое, ну куда, спокойно. Первую поставь! Тормоз бей, как АБС! Куда, 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 куда? Да он не на первый шел. А зачем ты на второй шел? А? Это на не... первый ехал. Это не первый. А чё так быстро разгоняется? Гуаки. Ты посмотри на горку, сколько на градусов. Много. И тормозами еще надо пользоваться, как АБСом. То есть... Я как АБСом, я туда... Ну ты очень большие промежутки, она успевала... Раз... Подожди, у меня педаль сначала складывает, а я не полностью отпускал. Ой, я нажал, припустил, нажимал, припустил. Да, 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 да. Я понял. Все, спустились. Все, все спустились. Очень интересное место. Блин, рекомендую. А, и что еще хочу сказать? А, ну, вы эмоции видели, да? Все прям на радостях. Все, кайфово, едем дальше. Сказали, вроде дальше просто. Там видно будет. Так. Ну, вот это точно квадроциклы залетают сюда. Сюда машины не залетают. Не-не-не, очень круто. На Ниве, кстати, на Ниве я бы тут проехал. Ну. Да, да, вообще без проблем. Да, поехали. Кстати, вот сейчас неплохо угол виден по сравнению с горами, где видно горизонт. Джимник прям четенько. Блин, ну нет, тут крутовато. На ручнике проскочит. Саня, Эльку поставь, Эльку поставь! Саня, Эльку поставь. У него нету рации. Все, не, все дай, Саня. Просто спускайся, там есть куда тормозиться. Не тормози. Просто езжай. Упал. Сань, руль, право, право, руль, право, руль. Вот так, да. Да не выезжай, не старайся выехать. Сань, не старайся выехать, просто едь, как едешь. Ага. Там дерево под правым колесом. Один говорит посильнее, другой говорит не надо. А она просто не едет. Что случилось? А L200 упал с колеи и дерево ему мешает. Нет, не получается. Не, я не потяну. Подожди, он сейчас упрется.
если бампером ударится, его только... Может, ногой попробовать немножко этот, счесать? L200 получилось выскочить чуть назад. Вот так, да. Попробуй морду толкну. Толкайте туда. И прям малым-малым ходом. Вот, вот так, да-да-да-да-да-да. Прям хорошо, залази, давай. Подожди пока. Давай. Тащи, его волоком. Давай газ в пол попробуй. На счет три. Раз. Прям газку пусть сдаст. Прыжок, сделай прыжок. Прыжок, да, именно прыжок, правильно. Тормоз зажми. Зажми одной ногой тормоз. Все, давай, я чуть-чуть сейчас... газу на... Чуть-чуть. Давай, раз, два, три. Это так зачем тормоз нажал? Нажал и сразу. Да. Не надо было тормоз взять. Только не газуй сейчас сильно, чтобы дерево не сидит. Руль выключи. А все, вам бревна теперь мешают. Нормально, он выезжает. Сань, просто одним ходом туда вот уезжай и эти. Вот туда, на девочку, да. Вправо руль. Вправо тебя тащит. Ровно выровняй. Еще вправо. Еще вправо. Вот так и езжай. Тебя сзади держат, все нормально. Что происходит? Рома, ты... Ты я тоже. Да. А как ты хорошо шел? Ну это что-то с квадриков, скорее всего. Ну да, или тяга. Давай спросим, как его ощущения. Металл нужен кому? В дерево. Если бы не дерево. Ну долго бы катился. Он бы боком шел. Да, он уже боком шел. Газ, смотри. Так он даже почти и контакта нет. Бампер может порезать трос. Он точно джипом? Ты просто не понимаешь. Он точно джипом? Чтобы вы понимали, как люди стоят на этом спуске. И как машины на этом спуске. А у меня сувенир. Это шпаклевка с капота. Я обязательно... Ром! Ты мне автограф дашь? И ты в рамочку под стекло, поездка. Первая поездка. На УАЗике. Во! Я причем голову отворачиваю, такой, и тишина. Да, ты думаешь, Рома не отвернул? Рома все время туда не смотрел. Он уже такой, он уже крестился, такой, а, будешь выйдет. Да, вообще, да. Вообще. А на самом деле, вот, смотри, был бы кенгурин, было бы получше. Да, рама бы гармошкой сжалась. Зачем? Да, он реально верит, что он своей нивой. Так он воткнул. Не, ну я ж думаю, он помогать будет. Еще. А, не, зацепил. Еще надо было, еще, Ром. Да, нормально. Не, вот именно выставиться надо. Во! Все, стой. Сюда, на меня. Ты хочешь? Стой.
Куда вы его спускать? Забрать, я тут тоже дорога. Если он между ними пролетит, я пусть. Рома, Ром, смотри на меня. Так, опять сюда. Тихо, 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 тормози. А вот прошло, я говорю, тарам-тарам-тарам. Так Рома на тормозах. Рома на тормозах был. Кристиан, а мне уже нравится с тобой ездить. Я давно говорил. Пульт, говорит. А, блядь, чтоб ты с тобой не улетела, блядь, надо шестый съесть. Парам-пам. Пам! Слушай, а траектория у нее такая, прям... Просто повезло, что перед Саней еще одно маленькое дерево. Повезло. И повезло, что Саша не успел запрыгнуть в машину. Если бы дерево вот это бы не сработало, Санька бы и дерево, и всем остальным бы засортало бы. Че, пульт потерял? Я бы вывернул в это большое дерево. В куд... Ты бы ни хера не вывернул. У тебя бы это дерево дверью между машиной бы зажало бы. А че вы еще? Кощан, понимаешь теперь, почему я тебе все время говорил про технику безопасности? Да, я всегда ее придерживаюсь. А я в видео уже сказал, говорю, кто не узнал Димона, он в шлеме обычно. Хорошо, вопрос другой, Александр. Почему у тебя машина не на передаче, блядь, была? Потому что она запущена, в салоне никого нет. А почему ты не в салоне на тормозе не держал машину? Она ж в дереве торчала. Съемки есть, он заранее смотри траекторию, которую выбрал, которая в принципе в него не полетит. Не, не, ну я отбегал. Давай, давай, давай. Бензопила там осталось, да? Рома, вот, вот где-то, а Рома где? Не, забрал уже. Вот это первое. Вот это первое, да. Дим, лебедка? Да, я думаю, лебедка. Ром, лебедка? Прилип. Слышишь? Попробуй туда рулем. Выключилась опять! Тяжело. Не, Димон, он прилип. Если б знали, сразу бы ходами пошли. Ну чё вы, давайте, доставайте.
Нет, он стоит на месте. Нет. Давай лебедку. Неплохо так. Прилипли мы. Ой. Сейчас будет своим ходом пытаться. И на газах. Дизель, мощь! Да, 2,5, 180 лошадей. Ну, тебе сколько раз говорили, дай ей газу! Саня хотел попасть в кадр потоньше. Ну что, теперь надо экстрим резину 35-ю, да, ставить? Да. Да не, мы ехали, тут сели просто тупо. Вот, тебе говорят, газ пас, он у тебя едет, отлично. И вот рулем не забывай, все, выгреб. Ребят, и как всегда у нас темнеет, и сейчас видео качество упадет, поэтому если будет что-то совсем прям экстремальное, конечно, подсниму, но мы потихоньку выезжаем, солнце уже село, нам еще... Да, давай. И мы, в общем, едем дальше. Все нормально. У Сашки внутренняя граната подхрустывает, но это он пыльник сбил, у него вообще амортизатор оторванный. Ну тут грязь, короче, была, УАЗик проехал, все нормально. Все, поехали, нам немножко осталось до выезда. Все машины на ходу, никто не поломался. Да, были проблемки, да, были поломки, да, чинились, ремонтировались, ну все по мелочи абсолютно. Вот, забыл еще утром сказать, впервые на нашем канале, на нашем видео автомобиль L200 Mitsubishi очень сильно удивил, очень сильно. Я всегда как-то скептически к нему относился, но тачка едет, прям очень понравилась, мягенькая, я в ней целый день. Кайф, сзади места много, и пикапчик Кун, конечно, это тоже вещь, туда накидал вещей, в салоне ничего не болтается, прям прикольно. УАЗ на 42-х колесах, едет прямо, ничего не объезжает, сзади блокировка, единственное, инжектора бы ему подкинуть, и все было бы хорошо. Нивы, джимник, как всегда, все по объездочкам, где-то порубились, где-то залебедились, все хорошо. В общем, ребята, спасибо, что смотрели это видео. Кто досмотрел до этого момента, капитальный красавчик. Пишем комментарии, рекомендуем друзьям. И напомню, не забываем подписаться и поставить колокольчик. YouTube это очень сильно любит и продвигает наше видео еще лучше. Всем спасибо, огромной удачи и до скорых встреч на бездорожье.